Ну что ж, друзья, я вовремя я покушал вообще. Прикольно, круто, классно. Как меня слышно, друзья, здесь ли вы все? И Noon and Company против команды Факера, Джимса, Панчера, Харрикана Черного. Будут играть, и счет уже 1-0. Пистолетку взяли команда Джимса. Давайте будем Джимс and Company и Noon and Company. Ну что, пистолетку взяли джинсы. Джинсы взяли пистолетку. Вот это да. Так, ребят, я читаю чат, если вы со мной общаетесь, это очень даже прикольно, я буду тоже с вами общаться. Я покушал эту шикарнейшую пиццу, и, ребят, скажу, там не теста много, а там вот в этих вот бортиках еще положен туда сосиски полностью по всем бортику, по всему бортику. Там сосиска. Пицца под пивко, не, не кайф. Не, я пивко, друзья, брав, я не пью пивко сейчас уже, все, что-то реально пузико выкатилось у меня, поэтому. Так, ну что? Счет 1-0. Смотрим расстановку Нундов and Company. XP, смотрим на банане, пытается зачекать там банан, не знаю как, видимо, хочет зачекать. И выход сейчас, наверное, будет Рёбер. Здесь будет все принимать Факер. Это будет Нун и Шерлок. Ой, отлично, Нун убивает Факера. Сразу размен от Панчера. Неплохо. Вот еще была бы сейчас бомба у XP. Было бы вообще просто шикарно. Можно было ее поставить. Шерлок заходит. Ну, брить надо. Черный, отлично. Минус 2. Санчо тем временем убивает Панчера. Убегает. Вот это получает еще размен от Хенкера. И XP остался один. Он зашел в спину. И сейчас его должны уже просто зачекать. Ну, вот он. Все прекрасно видит. Потихонечку идет. Но, может быть, заберет все-таки. Одного. Да, забирает Джимса. Надо брать дроп. Можно забрать двоих. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошая хае. Время кончается, к сожалению. Еще становится 2-0. Но XP ничего, кроме Глока, к сожалению, не засейвил. Бомба тоже не была поставлена. Биг. Каким-то образом почему-то закупается. Что за Биг у них там играет? Мистер Биг. Докачаешь присяг и пьешь пивко, норм же. Нет. Не норм, честно говорю. У меня почему-то не норм. Качал присяг и пил пиво. И что-то херня, короче, получалась. Биг каким-то образом зачем-то закупился. Не знаю для чего. XP первый заходит. Ну, не... минус 11 делает по Джимсу. Сразу же его убивает. Размен произошел. Минус Джимс есть. Так, что, ЦЗшка будет выходить. Так, ну, ребята уже тут перетянулись на Б. Надо бы сейчас выйти на А. Где же вообще ваша логика, ребята? Где же ваша логика? Надо выходить на А. Выходят ребята на Б. И здесь вот Санчо с рентгеном будет принимать Панчер. Ох, Харрикан делает один минус. Санчо размен, и черный делает снова минус 2 с Фамаса. Ну, отлично, с Фамаса играет. Остается один Нун. Остается один Нун. Окей, брав, окей. И вот. И вот так вот Нун получает. Еще черного, черный делает в раунде минус 3. Ну что, счет 3-0. Сейчас должны забавиться, по сути, террористы. Но вот денег нету у мистера Бига. Вот, вот так он закупился. Нехорошо. Ну что, Нунчик, соберитесь, друзья, надо тащить по-любому, затаскивать эту игру и уже идти к финалам. Идти к финалам, друзья. Надеюсь я, что все-таки эти ребята пройдут к финалам. Так я посмотрю, запись ли все четенько. Да, запись есть, и вот сейчас вот эта вот запись тоже идет. Так, чат, я, друзья, еще с вами не расстаюсь, читаю чат. Очень даже неплохо. Так, ну что, есть бай, есть два Галила, есть три АКМ у Noon and Company, поэтому сейчас они будут делать что-то невероятное, я так думаю. Надо брать, друзья, надо. Ну, как мы понимаем, карта The Inferno, это, конечно же, мапул, мап такой террористов. Отлично делает XP! Ой-ой-ой, белый вышел на Факера. Ну, Факер тут красиво сыграл, кинул флешечку, под нее же вышел. Еще выходит Нун, в размен хотел, не получилось. Что творит Факер? Оставляет еще минус 40 хп Санчо, и Джимс перетягивается на апленд. Биг, отлично, закрывает.
Черный! Ну как Санчо, выходил, надо было чекать, сразу пески не вышел. Ой-ой-ой, черный, вот это да. Мистер Биг еще и по инфе не играет. Вот это вообще печально. Ты такую пиццу все захавал один? Нет, мы съели половину пиццы, и я ел не один, я съел ее со своей девушкой. И мы съели только половину. Оставили еще на финал. Так, давайте-ка выйдем со всех тактов, контактов. Этого нам вообще не нужно, чтобы нам не мешало ничего. Оставим только стрим. Ой, Джинс, вот это да, вот это был лол, выпрыгнул прям у него. Ну, Хэрри Кандат дожимать не дожал Шерлока. Шерлок, ну должен забирать сейчас Джимса, но! Нет, Джимс разворачивается, делает минус Шерлок, и все, два игрока остались. Вроде бы уходили, вроде бы оставили Джимса, Хэрика на красный, но все-таки никак не забрали. Димас, и мне еще никто не говорил, что я на слайма похож. Потому что я не пытаюсь как-то под него косить, я пытаюсь косить под страйка. Честно говорю, я пытаюсь косить под страйка, но по эмоциям, конечно, говорят, что я преобладаю. У страйка есть эмоции, но они не такие сильные. Вот там что-то у меня разлилось. Что это у меня тут разливается? Сколько у меня тут побежал? Ну да ладно. Ну это какая тима? Вот, ну Нунет Компани, это XP 2000, но это террористы, в общем, сейчас. Хорошая хая, Шерлок! Пойдет такая, ничего. Я, ребят, чуть болею, так что не обращать внимания, если кашляю. Это такой игрок. А, по голосу похож? Да не знаю. Может, вы привыкли просто слайма слушать, поэтому... ТТ, Тима, какой номер? В смысле номер? Номер у кого? У Нуна, у него номер 7. Нуна номер 7. Вайн, он лайф, Нун. А, Тима, а, понял, нет. Сейчас, ну тут честно не скажу, вроде бы... А, Тим 6, Тим 6, да, Тим 6. Правильно. Да слэма сейчас нигде не услышишь. Ну да, слэм сейчас не стримит. Вчера, зато вчера, нет, вчера он стримил, вчера я просто смеялся. Хоть я не смотрел сам этот... саму, как сказать так? Саму трансляцию, но я смотрел... запись. Запись я посмотрел и поржал конкретно. Ну что, тем временем пока 6-0, спецназ впереди, XP убивает Санчо, отличный тимкилл. Еще забирает Хэрикан, делает минус 3, забирает еще и мистера Бига, и XP остался 1 в 3. И сейчас ему надо тащить. Надо тащить с банана, уже бежит к нему один чувак. Хае, под ноги, 5 хп. И вот так вот дым забирает факер его. Ну еще становится 7-0, друзья. У меня тоже голос какой слэма. Да, я вчера, друзья... Да, запись, Джаз, он скинул вчера запись даже. Я вчера поржал конкретно там. Смотрел до 4 утра. Без 15:03 думал, лягу спать, нифига. Начал смотреть запись. И уснул только в 5 часу потом. Так, ну что? Продолжаем, 7-0 пока, ну, Нунет Компани. Какашки здесь полнейшие, ничего не могут показать. Пока ничего от них я не вижу. Выход ребр будет сейчас. Ребра будут выходиться. Панчи, что творит Панчи? Минус XP, минус Шерлок сразу. Ну, лучше... Ладно, минус XP, но Шерлок-то должен был разменяться. Это 100%. Джимс. Отличный минус. Ой, забирает винер Джимса еще. Забирает Нунчик, забирает Джимса. Посмотри, даже включи и сейчас посмотри. Вот этот стрим, я думаю, это намного... Там веселее было, чем здесь. Здесь просто фан, а там ребята вообще конкретно... Не, ну там не были моменты смешные, но суть в том, то, что я впервые вообще смотрел вот такую штуку, чтобы ангелы лично задавали вопросы, и это было очень даже неплохо придумано, SLTV.
Так, ну что, остался один, ну, один в два он может, в принципе, потащить. Я в него верю. Делает минус один есть. И вот сейчас еще с катушек бы убрал он черного. Было бы шикарно. Ай, не забирает черного. Бомба, к сожалению, сильно пикает и уже, наверное, нет. Нет, черный успевает раздефузить бомбу. Оно того стоит. Ну, честно говорю, вот я поржал, но немного. Не во всех местах я ржал. Было интересно. В основном был интерес. Особенно как Слэм там с Ангелом вот эти вот очки одевали. И как вот этот тип позвонил им с Санкт-Петербурга, который весь такой на понтах. Это было вообще лол. И чувак с Казахстана. Это же было смешно. Ну, а остальные так, ребята, в принципе, молодцы. Задавали вопросы. Некоторых не было камеры. Ну, ничего. Посмеялись. Слэм там ржал конкретно. Над питерским пацаном он ржал. Вообще. Так, ну что, снова бай у террористов. 8-0, первая половина уже уходит за Jims & Company. А вот продолжение этой игры мы сейчас посмотрим. Ну что, размены на разменах, но, к сожалению, в минус команды террористов. 4 в 3 ситуация, Jims сейчас будет ловить. Jims ловит Шерлока. 2 в 4 ситуация. Ну, он понимает, что сейчас аркивает Jims. Панчи тем временем убивает Санчо. И вот... Ну, как так вообще? Я не понимаю. Ну, разваливается команда террористов сейчас. Ну, Nun & Company пока что-то... Какашки какие-то, АВП от Нуна, зачем? XP покупает АКМ. Да, вот я тоже... На, азиат, который там это, да? Где-то он в Швеции или где он находился? Он с камерой шел. В них, видимо, как там Слэм сказал... Идешь, и за тобой идет просто роутер. Вот это вот. Было тоже смешно. Так. Видим, только ЦЗшка здесь у Шерлока. У остальных есть и КМы. Нет арморов ни у Санчи, ни у Шерлока. Первый армор у XP. По вторым арморам у Нуна и у Бига. Оп, хорошо, Биг поймал панчера, не увидел он его. Факер еще должен забирать, но что это за перебор оружия? XP отлично сыграл, минус Факер и Шерлок. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, Шерлок, смотрите-ка, забирает Jims, и уже ситуация 5-2. Ну, еще отличный хедшот ставит черному, апплент открыт, в Б остался один Херрикан. И все, вот это хорошо, вот это уже неплохо. Вот это уже неплохо, ну что, Херрикан, сейвит дроп, наверное, посмотрим, сколько у него денег. Хотя, зачем ему сейви дроп? Ребята по экономике во многом превзошли своих соперников. Поэтому... Стоимость оборудования, вот, даже написано вверху. 21300 у террористов и 600 у... Сейчас 0. В размен сыграл XP, отлично. Есть АВП от черного, посмотрим, где же оно будет сейчас играть. Давайте сразу на него перелистнемся. Выйдет ли он на мид или пойдет на Б? Скорее всего, это будет мидл. Нацелен он так. Мы видим по мышке на мидл. Ну и посмотрим. Пропускает его здесь. Пропускает. А сейчас бы чуть побыстрее бы вышел, было бы вообще шикарно. Заберет. Нет, не заберет. Ну, промахивается. Ладно. Включаем автодиректор. Уже от него, наверное, сейчас мы в ближайшую минуту еще ничего не услышим. Все, я пошел. Лех, удачи всем. Я еще вернусь. Давай, Джаз, беги. Джаз, у меня к тебе вопрос. Это ты, чувак, который добавился, где там у тебя, где ты в хоккей играешь? Ну, с хоккеем у тебя там фоток много. Если это ты, то отпишись, я тебя добавлю, друзья. Прям вообще, прям рад, что такие люди смотрят КС. Так, ну что, Jims & Company пока 9-1 ведут. Nun & Company, к сожалению, проигрывает. Размена на XP нету, XP, наверное, сейчас там... Там, какой-нибудь. Злится. Ай, ну, най, молодца. Такой хедшот поставил. Такой хедшот. Ну что, ситуацию уравняли 4 в 4. Но вот видим, что у мистера Бига здесь беда. Слушай, стример, это сейчас полвин лузеров, да? И наша вторая команда будет играть с тем, кто вин или как?
Дакин, вот честно, вот я тебе не скажу. Я как бы за сеткой не слежу. И наша вторая команда. Ваша вторая команда. Это сетка винеров, мне кажется. Это не... А, да, это сетка лузеров. Это по сетке лузеров же у нас двигаются. Ну, компани, да-да-да. Сейчас, получается, кто из них выиграет, наверное, будет уже там... Да. С вами, скорее всего, будет сейчас играть. Ой-ой-ой, что творит Нон? Как мы видели сейчас, ну вот, к сожалению, это все было в последние моменты, но это было. Все-таки Нон раздал красиво. Минус 3 в самом конце раунда. Так, ну что, 10-1 пока все в одну сторону идет. И я даже не вижу никакого упора у команды. Ой, флешка отличная такая. Может, куда идет сейчас Нун? Его снизу может забрать легко факер. Прям вообще легко сейчас мог забрать, но вот, к сожалению, это не... Не, это лузеров. Да все, я уже понял. Да, вот так, кто из них сейчас выиграет, выходит, походу, с вами. С Дакином. Так, 10-1. Ну что, АВП электрический улей против... Кто там у нас стоит? Факер против кольта. Хае под ноги. Шерлоку и Бигу. Факер забирает XP. На размен надо выходить. Ну, Санчо. Вот неаккуратно вышел снова. Вот это беда. Спасибо. Да не за что, не за что. Все, 2 в 5. 3 в 5 уже. Ну, сейчас, наверное, будет 2 в 5. Ай-яй-яй, я ВП не сыграла, вот это беда. Вот это беда. Ну, нас забрали, мистер Биг разменялся сразу. Хэрикан размен, остался один. Мистер Биг на ВП пытается вылезти. Мистер Биг пытается его убить. И сейчас получит от панчера. Да, получает от панчера, счет 11-1, но это вообще... Вот это, ребята, это конкретный изич. Это получается сейчас просто... Ну, на компани они вылетают. Да? Я прав? Это не просто сейчас... ГГББ и все. Это же сетка лузеров и все, тут беда. Вылетишь отсюда, вылетел совсем, как я понял. Ну, Джимс пройдет вперед. Так, как мы видим, уже спецназ начинает поджимать. И вот такой вот поджим от черного минус Санчо вообще отлично сыграл. Да, это все. ГГ. Да, это ГГ и все. Ну, спасибо. Вот это беда будет. Ну, он вылетает со своего же, можно сказать, чемпионата, своего капа. Ой, ну, ну неаккуратно, друзья, совсем неаккуратно. Что за с вами случилось? Как вы так? АВП, мистер Биг. Хэрикан сейчас заберет его. Забирает... Хае под ноги своему. Ну да ладно. Счет 12-1. Еще два раунда, ребят, будем с вами наблюдать. Первой половины изнасилования над командой Nunet Company. В общем, и признаюсь честно, маленечко обострую их. Какашки полнейшие. Взяли только один раунд, к сожалению. Больше, по крайней мере, мне они ничего не показали. Так же, как и своим соперникам. Хороший... Вот, флешка. Ой, флешка-то хорошая была. Факер, надо зарешивать. Ой, сейчас прошел просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творят террористы? Что творит Nunet Company? Надо забрать. Джимс, до талого надо было смотреть. Забрал бы Санчо. Нет, тут черный забирает Санчо. И остается один XP против... Трех... Четырех игроков. Команды Джимс. Ну, вот сейчас заберет его здесь. Черный, конечно же. Черный отличный, МНДМ. Черный уже набил себе неплохо такие. 15 к 1, чувак, идет. Вот это да, один раз умер в одном раунде. Вот когда они все умерли, остальные раунды он просто живет. Леш, покажи их фраги. Да, дружище, я показываю, я даже услышал. Русское порношоу, согласен. Черный, 15 к 1, панчер идет. 13 к 6, Хэрикан. Харикан или кто? Хэрикан. 14 к 6,
7. Джимс идет 11 к 8. Ну и тут вся команда в плюсе. Факер идет 9 к 7. К сожалению, команда Noon and Company. Видим, что Noon сам идет 10 к 12. XP 7 к 12. Мистер Биг 6 к 12. И Санчо с Шерлоком где-то там на хлпе бегают. 13 к 2. 13. 3 к 13. 2 к 14. Ну вот Шерлок вообще как фифларен прям играет. Так. Под Б. Под Б расстановочка у команды Noon and Company. Ну и АВП выпрыгивает. Ой, надо зарешивать хороший XP. Еще выходить на хелпу. Забирает Джимса. Но Джимс убежал. Убежал и убежал забирать. Ай да хорош. Панчер минус Шерлок. Еще пробить надо. Ой, панчер творит просто невероятное вещество. Такое вот этот панчер. Существо, извиняюсь. Хорошо стримишь. Интересно смотреть. Спасибо большое. XP, минус Джимс. Ай-яй-яй, Нунчик забирает еще факера. Надо, надо, Нун, решай, решай, дружище. Хорош, 13-2. Не все потеряно, друзья. Первая половина сыграна с счетом 13-2 в пользу Джимс энд Компани. Нун энд Компани вообще говно пока. Извиняюсь за выражение, но Нун простит меня. Он сам, наверное, с этим согласится. Потому что, друзья, сейчас вторая половина будет решать конкретно все. Именно первая пистолетка. И если, конечно, Нун энд Компани не потащит, то... беда печальная, друзья. Шерлок вообще ни о чем. Шерлок идет 2 к 15, как мы видим. Вроде до этого он играл, раздавал. Играли они с Team 3, вроде бы до этого. И причем неплохо играли. Не знаю, что случилось с ними. Хорошо. Он играл в твоем клане, вот это да. Ну что, понеслась пистолетка, друзья, и Джимс заходит первый. Ой, хорош, играет XP, надо забрать еще кого-то. Надо забирать, друзья, надо. Ну куда же вылетает-то, ну Санчо, ну кто же так играет-то, вылетел прям на троих. XP в итоге остался один на пункте, и вот тут его забирают, но он оставляет красными вообще. XP настрелял конкретно, Мистер Биг, отлично, второго еще забрать, да, супер, и... ну, забрать черного-то надо было, Нун. Патроны кончились у Бига. Вот это да, ищет, бегает пистолет. Нету ничего с ножом. Нет, нашел пистолет. Тем временем Шерлок убивает. О, хорош хэдшот от мистера Бига. И еще 3-13. Ну вот, все, друзья, в руках сейчас команды Noon and Company буквально лежит. Еще небольшой шанс, но надо. Надо, надо, Нунчик, брать надо. Сейчас надеюсь на камбэк, да, давайте, давайте, я тоже надеюсь на камбэк, что будет какая-то жара, будет какое-то противостояние, но будет обидно, если дойдут до счета 13-13, а потом 3 раунда просто сольют. Ну что, террористы тем временем готовят выход Б-плента, и если, конечно, там сейчас экспиха, как я понимаю, будет там... ой, Нун-то, Нун-то взял просто П-90, раздал минус... 3, минус 4 и оставил одного Хэрикана, который даже не понимает вообще, что произошло. Почему я АФК и... а все мои друзья умерли, и у меня есть граната. Ну, давайте посмотрим, что он сделает. Нет, он стоит. Ну, смотрите, террористы даже не пишут, что он АФК. Мне интересно, почему. Ну что это было? Что это было? Почему Харикан сейчас стоял? Вроде бы шевелился, а вроде бы стоял. 13-4, ну что? Есть, есть возможность еще. Noon and Company, брать раунды. Мы видим, что Нун уже разозлился, берет свой треугольник и раздает с ним как можно жестче. Сделал минус 4, ушел в плюс, да? Да, 17-13. У него. Ну что, нет АФКшника. Бегает, да, бегает там Эрика. Народ как-то приходит и уходит. Мне интересно, откуда вы? Черному оставили 36 хп. Ну и он мистеру Бигу тоже оставил. Хорошо играет Санчо, минус панчер. Уже неплохо. Уже есть продвижение. ГГ, пишет Роксон. Роксон счет, где, что, как с... говори мне, пиши, я хоть буду. 16-13. Выиграли, проиграли. Так, ну что? Пошли, ребята, на банан. Пошли на банан.
И пошли прямо на Шерлока и прямо на Нуна. Ну, Нун стягивается. Хотя, нет, идет обратно. Идет обратно и посмотрим, что сейчас он покажет. Так. Ребята на шифтах просто прошли на А. На Б. На А вообще сидят три игрока. Укрепили конкретно. Шерлок супер закидывает флешку. Отлично! Вот это приняли, вот это приняли. И бежит черный, бежит прямо за XP, забирает его в спину и убегает. А тут уже встречает его Санчо. Встречает его Санчо, еще становится 13-5. И потихонечку спецназ набирает. Это он типа вангует. ГГ 16-13. Ну не знаю, посмотрим. Я понял его. Все, спасибо, Димас. Спасибо, понял. 13-5 пока, и в принципе есть, есть все шансы у команды Nunun Company взять эту игру и все-таки перевести все на себя и взять игру. Смотрим, черный СВП. Хм, интересно. Интересно, что покажет СВП. Джимс принимает вот такую позицию, видимо, думает, что кто-то туда залезет. Какой-то есть глупый игрок команды Nunun Company. Интересно, кто же это будет? Вот такая вот гробовая тишина. Ну что, XP, встречай! Хорош! Встретил. Черный забирает XP. И ситуация 4 в 5. Сейчас тяжело будет команде спецназ. Команде Nunun Company как-то дальше развивать свои события. А террористы сейчас настроены выходить, наверное, вчетвером на один плент. Так как я понимаю, что на банане у нас остается панчер, да? И будет фейковать там, раздавать сейчас фейк. А вчетвером уже будут выходить на апленд. Нет, смотрите-ка. Бомб кэрри. Вот это вообще просто нереал был. Шерлок, отлично. Минус панчер. ВП от черного играет пока в минус. Ну что, на банан стягиваются. Да, сейчас будет стягиваться Санчо. Нет, нет, смотрите, ребята, мидл. Санчо надо выходить, забирает. Ну, выходит, забирает одного. Все, размена на него нет. Он сразу же отходит. Факер будет выходить Бэплэнд, на Бэплэнде есть еще затройка, стоит Шерлок, Нун тут же на хелпе, у Нуна есть, в принципе, хороший девайс, чтобы выбить Шерлока, выбить Факера. Ну а пока вот из ситуации 5-4 все изменилось в 3-4. Ай, Нун, сейчас главное бы чекнуть эту ой, ну, ну как вот так, ну... Ну что ты делаешь вообще, что ты делаешь, друг мой сердечный? Ой-ой-ой-ой-ой. 13-6, ну... Неплохо, неплохо сейчас играет Nunun Company. Надо показать еще выше класс. Еще выше себя продемонстрировать. И затащить до 13-13, а там уже как карта ляжет. Потому что, мне кажется, 13-13, Джимс энд Компани уже разозлятся. А, я сейчас мог в голову получить мистер Биг. Флешка на флешке. Черный с АВП. Отлично. Ну, тут можно было его чекнуть, в принципе. С ребер-то. Можно было выйти и чекнуть. Ну что, Джимс идет под Джим сразу ковров. Там мы видим наверху еще у нас стоит Санчо, но он стоит буквально за стенкой. Поэтому... Поэтому XP. Отлично. Минус панчер. ХАЕ. Ой, еще и смотрите-ка, можно забирать еще было Херикана, кто там черный выпрыгнул. Флешка. Разворачивается, убивает Херикана, отлично. Еще с ВП против черного сейчас играть на уровне. Ну вот, ВП остается одно, выбивает, нет, ну на. А сейчас размен будет, Биг, убегай. Биг вовремя ушел, друзья. Шерлок выходит. Вот этот Шерлок, который, вы говорите, не очень, который из клана ушел. Черный против него. И вот он делает минус 2 за раунд. И 13-7, друзья. Остается всего ничего, как 5-6 раундов взять команде Nunun Company и затащить буквально эту игру. Ну а пока-пока наблюдаем, друзья. Есть еще бай у террористов. Это мы с вами тоже все видим. Но такой бай, как на 3 армора, на 3 первых армора. Есть небольшая раскидочка у Джимса. Есть, не знаю к чему, но декой у Херикана. Видимо, что-то решил фейкануть где-то. Все, выход Бэплента. И здесь, конечно же, Нун должен встречать.
Нет, вот тут-то как раз вот тут провалилась вся защита и выбивание сейчас только должно играть, а это именно XP с АВП и... Два кольта... На, один кольт у мистера Бига и есть еще АКМ. Это неплохо. Ну, Джим забирает Санчо, ситуация 2 в 4, ну... Тут выбивать уже тяжелее. Ну, так еще Джим забирает мистера Бига, АВП от XP играет, к сожалению, плохо. И резать будут XP. Вот это да, вот это лол, друзья, не даст XP себя порезать. Это 100%, но даст взорваться как минимум 3 игрокам. Да, как минимум 3 игроков он взорвал, но... 14-7, тут уже намного тяжелее будет. 7 раундов надо взять. Ну, над компани. Беда печальная. Шелок, когда знает злое, немного начинает тащить. Ну, не знаю, я вообще его, честно говоря, вижу впервые, так что... Ну, сейчас он в минусе все равно. Единственный человек, кто в плюсе у команды Нунет Компани, это сам Нун. 19-16. Вот Шерлок стоит в этой позиции, уже замечаю, какой раунд. Стоит в этой позиции, на него выходит. Отлично играет Санчо, ну все. Ребят, это ГГшка, можно уже биндить сейв ГГ, да, как говорит... Ленин, бидим сейф ГГ. 3 в 4 ситуация. Потащить сейчас будет очень тяжело, мне кажется. Ну, Company, ну, они попытаются. Тем более идет стяжка под Бэплэнд. Там у нас один Нун. Он будет встречать, у него есть кольт. Пропускает, пропускает на плент. Сам убегает. Забирает его тут черный. 2 в 4. XP отлично оставляет красным черного. Выходит на XP еще Херикан оставляет. Еще XP красным. Ну все. Это сейф. Нет, это не сейф. Это убивание, это ГГшка, скорее всего. 20 хп против 3 игроков. Тем более, вот сейчас вот он умирает. XP 15-7. Ну, друзья, 8 раундов в команде Nunet Company. Сейчас тащить будет нереально тяжело. Ну, чтобы хотя бы на ничью, но... Скорее всего, друзья, это сейф ГГ-ска, да-да-да. Это ГГ-шечка, это Nunet Company. Бай-бай, домой, все дела там, в общем, ГГ-ВП. Ну, и в том вроде. Вот тут раскидочка сразу, смотрите, встали в аркаде, да, вот. Раскидались, туда-сюда пойдем. Окей, все, пошли. Раз, раскидка, флешка, биг белый вышел на XP, забрал почти его там. Ну, не попал, конечно, но мог забрать. И проснулся биг, начал стрелять. Ну, не буду, друзья, не буду их обзывать. Ребята знакомые мне, поэтому... Но так бы, если бы был бы это какие-то незнакомые ребята, то я бы немножко покакашил их. Смотрите, как играет мистер Биг. На черного выходит, даже ни хп у него не забрал. Вот, как мы видим, Nunet Company. Из последних сил собираются, начинают тащить. Что-то у них потихоньку получается, что-то не получается. Бомба ставится, забирается сразу. Черный, нет, черный может забрать еще. С разменом. Джимс 1 в 2. Забирает XP. Ну и тут остается один Санчо, у которого есть 68 хп. Джимс начинает ставить бомбу. Санчо бежит. Бежит, но забирает даун Джимса. Еще становится 15-8. Ну, есть. Ну, ребята, вообще только 1-2% я ставлю на то, что Nunet Company могут сейчас потащить. Потому что я знаю сейчас по настрою, что Нун, что XP, они сейчас настроены, конечно, выиграть, но у них есть такой дизмораль. В друг друге, в себе, в личном. Они... Если, например, XP может проигрывать, он может просто тупо играть и может не давать инфу. А также и Нун может так же делать. Мы все так можем делать. Поэтому, смотрите, вот стали снова. Раз, раскидочка такая, все, говорит, сейчас побежим. Ай, ну XP, надо попадать, что с дела. Попадает XP, минус черный, Джимса убивает.
Ну. И посмотрим, что будет дальше. Дымок ложится от Шерлока. 3 в 5 ситуация. Есть 40 хп еще у XP. И мистер Бига забирает панчер. К сожалению, не показывает нам, как это все происходило, но я думаю, это неплохо происходило. Ну, отлично. Минус факер. Есть Херикон красный, которого тоже нужно забирать. Это что сейчас сделал Санчо? Как-то так оббегал, интересно. Куда своим прицелом настроен сейчас играть? Ой-ой-ой, 2 в 2 ситуация. Санчо надо тащить вместе с Нуном. Нун. Ой, уходит еще с Б-плента. Вот это да. Вот это беда. Тем более с АВП выбивать Б-плент. Это сейчас будет тяжело. Ну, он все слышит, скорее всего, и начинает потихоньку перетягиваться. Бомба ставится вообще в отличном месте. Это в катушках. Спрятан он в двух углах. Панчер. У Херикона, как мы видим, 3 хп, 4. Панчер пытается забрать Нуна. Нет, не получается. Нун ждет хелпующего своего. Ну, не дождется, скорее всего, он. Херикон скорее и заберет Санчо. Ай, не попадает. Панчер убивает Санчо. И... Ну, он один. Вот это печально. Вот это печально, друзья. Оставили бы плент и... ГГ изи, пишет Панчер. ГГ. Ну, он сразу ходит на радостях, наверное. Так, ну что, друзья. В общем, на этом вот этот матч заканчивается.